Решение приняли единогласно. В Медногорске выбрали нового главу города, сообщает портал правительства области. Им стал Дмитрий Садовенко, бывший начальник цеха Медногорского медно-серного комбината. По уставу муниципального образования город Медногорск градоначальник выбирается из числа депутатов городского совета. Дмитрий Садовенко был избран подавляющим большинством. Евгений Логинов, занимавший этот пост ранее, покинул его по собственному желанию. О своем решении бывший глава города сообщил на внеплановом совещании в администрации. Логинов заявил, что нашел для себя новое место работы, поэтому занимать пост градоначальника теперь не желает.